Ребенок должен засыпать в 10 вечера. Это золотое правило. Почему? Потому что именно к 11, то есть к 12 часам, у нас начинается выделение гормона роста собственного. То есть активное выделение. И мы должны как бы обеспечить, чтобы он, то есть организм воспринял этот гормон, тогда ребенок будет расти нормально, соответственно, своему возрасту и как бы развитию. То есть ребенку просто необходимо ложиться как можно раньше спать. Однозначно. Это будет влиять на его рост. Однозначно.